Добрый Привет. Вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы на канале Дарья Дроздова и Тимурчик здесь. Вот, мы сегодня в замечательном месте возле нашего отеля Viva Charm. Это есть Хасан у нас. Да. Вот он. Хасанчик, красавчик, шоколадная дача. Да. Это наш друг, который с нами на протяжении всего нашего отдыха. В общем, мы сейчас будем всем пить чай. Вот. Можно будет здесь подружиться с Хасаном. Ребята, в общем, скажу кратко. Когда вы находитесь в отеле, отель Viva Charm, рядом все есть. Перед отъездом не надо с рынка тащить килограммы манго тяжелые, там сколько хотите, 6-8 штук взять, 8 килограмм, 10, чаи, там что-то такое. Спросите у Хасана, он вам сделает скидку, и поверьте мне, я спрашивал на рынке цены, здесь будет такая же цена. Вот, чтоб не тащить, и масла у него хорошие, духи, кальяны, табаки, все, да. Это одна лавка, вторая лавка у них есть, там напитки всякие, газированные, негазированные, ну, кроме алкогольного пива, чуть-чуть пройти. Ну, кефир, спрайт, швепс, мы все берем, манго, гуаву, много-много все, шампуни, пасты, все что угодно, туники, шорты, тапочки мы брали. Ну, когда говорят, возле отеля не берите, там очень дорого. Вы сначала отдохните несколько дней, да, подружитесь, потом зайдете и расскажете, что вы хотите в конце своей поездки взять домой. Вот, go to home. Вот, и Хасан вам предоставит и набор там фрукты, продукты, табак какой-то там, кальян, чай. Коралловые тапочки. Будет. Мы брали там тапочки. Тапочки дома не берите, здесь возьмите, дешевле в два раза. Я взял себе, заказал через Wellberries 700 рублей. Ну, такие резиненькие. Здесь хорошие тапочки, 280 рублей, ребята. 280 прямо возле отеля. Не вздумайте брать тапочки, что такое, в два раза дешевле. Да, здесь. Так что вот. Поехали пить чаек. Да. Не забывайте, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Мы будем с вами на протяжении всего обзора. Так что, дорогие друзья, я вас люблю. Да, вот Тимурчик вот уже... Вот мы дегустируем у Хасана здесь. Мускуй, феромон называется. Да, мы уже взяли вот такой вот аромат. Хасан, как он называется, вот этот, который мы взяли? Дочка Нефертити. Это дочка Нефертити. Вот Нефертити у нас есть, дочка Нефертити. Мы взяли, я себе, маме взяла. Да. Сейчас Тимурчик выбирает маме или себе, не поняла, кому. Ну, маме выбирает. Давай маме вместе будем выбирать. Давай, сейчас посмотрим. Маме еще сладкий. Сладенький, да. Ну, может, Нефертити, может, сладкий. Может, Нефертити голубой, синий какой там. Вот. Лавка тут много, ребята, значит, просто не выходя, ну, как говорится, не выходя практически с отеля, выбрать это все. Вот этот вот аромат, который нам... Дай рука. Сейчас завернула, обалденный. Вот это очень вкусный аромат. Ну? Вот это для мамы? Да, слушай. Да, маме это понравится, я думаю. Она у нас такая, женщина интересная. Масляная, да? Да. Да? Вот, растер, смотри. Но это более свежий, но сладкий. Дай еще что-нибудь для мамы. Но он не приторный, ты знаешь? Он такой, приторный. Он такой прямо сладко-свежий. Не сильно свежий, немного сладости. Да, вот маме и надо сладко-свежий такой, чтобы прям... А сладко-свежий? Да. Сладко-свежий такой. Розовый? Давай, посмотрим. Вот сюда, да, сюда. Сейчас мы все будем пахнуть. Пиона. Нет, тот был лучше. Это Russian пиона, цветок, флауэр. Вкусно? No. Нет, тот был лучше. Вот этот, конечно, нюхай. Вот этот классный, прям дорогой женский. Это прямо цветы пиона наши, с России пиона. Или ну, так? Дай так, просто вот так. Да, просто. Да, да. Нет, тот вот первый, это, да, это... первый классный, да. Вот этот вот хороший, да? Хороший аромат. Очень хороший, дорогой, такой прям... Давай, 25. Какой? Ну, который первый. Первый, да. Вот такой? Нет. Вот здесь дай ему. Ладно, второй.
А ну еще раз, сладкий. Или такой. Ну, ты себе взяла, да? Я еще себе один классный взяла. Спасибо тебе, Хасан. Я буду пахнуть теперь вообще вкусно. Тут можно... Тут можно надушиться перед куда-то, это тут одним пахнет, здесь другим, где хотите надушить, разные запахи. Нет, потом, вот этот классный аромат, который мы взяли, так только надо пометить как-то, да? Знаешь, да. Что это другой, вот, это мы берем. Давай, я сейчас сделаю, есть у тебя ручка, марка там, ручка, вот, сейчас я сделаю, я букву Т сделаю, маме Тимура. Маме Тимура. Не, ну понятно, эти будут твои, это я один подчеркиваю, маме Тимура, да. Ем каркаде заварился уже крепенький, ребята. Настоящий каркаде, цветочки здесь, ну, такие бутоны, не как у нас там, или палочки, или какие-то там порошочек, вот. Советую в Египте попить чай каркаде и финики, финики еще, вот, очень полезно. Так что, друзья, вот так. Будете Viva Charm, а вы будете, потому что аромат. Уже много кто приехал, уже писали мне, уже путевки многие взяли. Так что к Хасану обязательно спасибо, заходите. Да, это все. Вот. Это наш человек, и вы знаете, Дарья Дроздова никогда не обманывает. Да, спасибо. Я то, что говорю, то, что знаю сама. Я вам никогда ничего другого не буду говорить. Что касается Архипки, Черного моря, Красного моря, я всегда говорю правду. Если где-то нас обманывают, я всегда вам это говорю. Помните и знайте. Так что здесь классно. Здесь классно. Так что, дорогие друзья. Давайте. Давай. Viva Charm! Вот, дорогие друзья, у нас ужин перед Намовей. Перекус. Перекус такой, Тимурчик. Я взяла себе курочку, Тимурчик голову. И курочку. И курочку соусом. Соусом восточным, да. Даже не супчик, а соус восточный для курочки. Так что мы сейчас чуть-чуть перекусим и на мобы. Вечерний. Да.